Начинаем открытый урок. Тема урока – работа над вокально-интонационными навыками, дикцией и певческим голосом с группой младшего хора. Ну что, поздороваемся, да, с вами? Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Теперь я предлагаю вам повернуться друг к другу. Ангелина, присаживайся, пожалуйста. И улыбнуться соседу, да. София, повернись тоже к своей соседке с другой стороны. Вот, все улыбнулись. Ярослав, повернулся к соседу. Вот. Все повернулись, улыбнулись. У Ангелина. Максим, садись. Вот. А мы ко мне повернулись тоже, улыбнулись все. Вот, никто не встает, улыбаемся красиво. И теперь наш урок. Мы начинаем с хорошим настроением. С хорошим настроением? Вот, он пройдет очень интересно и увлекательно. И с пользой для всех вас. Скажите, пожалуйста, дети, а вы любите петь? Да. А хотите красиво научиться петь? Да. Правильно. Тогда мы начнем. Первое упражнение. Гимнастика. Губки. Разминаем губки. Верхнюю. Спинки ровно, при этом все красиво, да. Язычок. А вот как у меня все делать. В футбол играет язычок. Теперь вверх-вниз. Вверх-вниз, теперь круговые движения. И в другую сторону. Молодцы, пощелкали язычком. Молодцы, помассировали щечки свои, помассировали, чтобы лучше красиво петь. Лобик. Вот, все массируем, все массируем. Погладили. Погладили горлышко наше. Ушки, чтобы лучше слышать друг друга, фортепиано, да, вот. Молодцы. Теперь все зеваем, да, как будто зеваем, челюсть вниз у нас. Да, еще раз, челюсть вниз. Свободная челюсть, еще раз, третий раз. Молодцы, хорошо. А теперь представили, что у нас с вами на ладошке перышко маленькое, и будем его сейчас сдувать. Животики надули вдох и сдуваем. И... А теперь на такой слог будем. Му, сдувать на му, да, как коровки. Да, еще раз. Хорошо, теперь будем с вами жужжать, как жуки. Хорошо. Перышко улетело у нас с вами? Нет. Не улетело с вами? Ну, третий раз. Теперь с вами будем... Ду, на слог ду, да? Вдохнули. Молодцы, хорошо, хорошо. Значит, следующее упражнение. Мы с вами распеваемся. Ровненько все сидим, Ярослав, ровненько. Ножки у нас стоят. Не кричите. Должны мешать, да? Слушаем друг друга. Шелест, шорох,
Тихо-тихо, начали. Шелест, шорох. Шелест, шорох. Два слова, еще раз. Шелест, шорох. Хорошо. Так, следующее упражнение называется «В огороде заинька». Послушайте сначала «В огороде заинька». В огороде заинька, в огороде маленький, он капусту грызет, он морковку берет. Запомнили? Давайте попробуем. В огороде заинька, в огороде маленький, он капусту грызет, он морковку берет. Скажите, пожалуйста, сколько звуков задействовано вот в этом упражнении? Три. Три кто-то услышал? А кто услышал два звука, поднимите руки. Нет, кто-то услышал. А кто услышал, что, что мы спели с вами на одном звуке? Думаете, что на одном звуке? Хорошо, а теперь споем на ля. Ля-ля-ля-ля. Куда перешли? Ниже на ступеньку, да? Значит, сколько уже звуков? Два. Уже два. Дальше. Третий звук или это первоначальный звук? Первый. Первоначальный, да? Поем. Ля-ля-ля-ля. Молодцы, теперь он капусту грызет, он морковку берет. Так сколько звуков? Два. Два, правильно. И все вместе встали. Встали. Если что-то хочется спросить у меня, руку, пожалуйста, держите. Смотрим внимательно. Готовы? В огороде заинька, в огороде маленький, он капусту грызет, он морковку берет. Хорошо, молодцы, присели. Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру. Называется она «Кошка». Вот, называется она «Кошка». Да? Все внимательно слушают. Я объясняю правила игры. Я говорю низким голосом, а вы мне отвечаете высоким. Запомнили? Сначала я, а вы отвечаете первое, значит. Кошка, как тебя зовут? А вы мне отвечаете. Мяу. Давайте попробуем, да? Кошка, как тебя зовут? Мяу. Молодцы. Сторожишь ты мышку тут? Мяу. Кошка, хочешь молока? Молодцы, догадались, низко, да, только теперь. Запомнили? Еще разок попробуем. Кошка, как тебя зовут? Мяу. Сторожишь ты мышку тут? Мяу. Кошка, хочешь молока? Мяу. А в товарища щенка? Все низкие. Молодцы. И последний раз, да? Может быть, кто-то у нас будет ведущим сейчас за кошку, кто хочет? Диана, да? Все, Диана, идем ко мне. Со мной. Значит, говоришь, кошка, как тебя зовут? Да, низким, давай. Кошка, как? Нет, низким. Кошка, как тебя зовут? Давай. Кошка, как тебя зовут? Мяу! Сторожишь ты мышку тут? Сторожишь ты мышку тут? Мяу! Кошка. Хочешь молока? Мяу! Диана? Хочешь молока? Мяу! А в товарища щенка? Молодцы, все вместе. Хорошо, присядь, Диана, хорошо. Следующее упражнение у нас лошадка. Мы сами ее на прошлом уроке уже разучили. Вспоминаем. Щелкаем язычком лошадка. Сидим ровно. Ты зи, лошадка.
услыхала. Кто вспомнил, что мы учили? Все вспомнили? Хорошо. Итак, сейчас у нас вот этот ряд будет петь цок-цок, а вы будете петь скачи-скачи лошадка. Вы опять цок-цок, и вы продолжение. Хорошо? Попробуем, я вам буду помогать. Этот ряд цокает, ровненько, ровненько сидим. Девочки,
От топота копыт пыль по полю летит. Раз, два, три, четыре, пять. Говорим все вместе. От топота копыт пыль по полю летит. Еще раз, два, три, четыре, пять. Десять, да? От топота копыт пыль по полю. И Наталья Анатольевна летит. Значит, 10 плюс 3 сколько будет? 13. Итак, 10. Лунатиков лежали на луне. 5 лунатиков свалились во сне. Сколько осталось? Не кричите, показывайте. Показывайте. Показывайте, а не кричать. 5. Хорошо. Лунатиков лежали на луне. 2 лунатика свалились во сне. Сколько осталось? Все показывают. Молодцы. Умеете считать. Следующее у нас упражнение. Встаем. Встаем и проговариваем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. По руке. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шоссе – это большая дорога, да? Шоссе, все скажут. Шоссе. Еще раз. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Следующая скороговорка. У ужа ужата, у ежа ежата. У ужа ужата, у ежа ежата. Диана, пожалуйста. У ежа ежата. Ярослав. У ежа ежата. У ужа ужата, у ежа ежата. Давайте все вместе. У ужа ужата, у ежа ежата. Дома вам нужно будет выучить одну из этих скороговорок. Это домашнее задание. Присели. Ярослав, присели. Русская народная песня «В чистом поле тропина». Кто не умеет нас слушать? Илья? Волка. Чисто. Хорошо.
потому что еще слова вы не все знаете. Все вместе. Встаю. Сюда еще сдвинемся, потому что я не вижу вот тех девочек, которые стоят возле меня рядышком. Забились прям куда-то. Ровненько стоим, ручки. Красиво, все у нас здесь дышит. Вдох, животики, да, надуваем? Куда вы так набросились на землю? Тихонько надо. Чисто поле тропина, в чистом поле. А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Самолетик». Сидим спокойно. Вот один самолетик будет у меня, а второй сейчас я отдам. Так. Пожалуйста. Максим. Давайте по очереди. По очереди. Максим, выходи ко мне. Выходи. Итак, я буду петь, смотри. Я буду петь на одном звуке самолет. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. То есть ты звук должен сделать выше, понятно, чем я? Не ниже, а выше, да? И тогда у нас получится. Будем ходить вот здесь, летают на самолетике. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Ой. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Тут ты должен чуть-чуть выше был спеть. Самолет летит высоко, должен был спеть, да, чуть-чуть повыше. Понял? Ну попробуем еще раз. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Молодец, умница получилась. Поаплодируем. Так, ну куда у нас полетит самолетик? Вот. Ярослав. Пожалуйста. Леонид. Все попробуйте, все обязательно попробуйте. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко. Молодец, хорошо. Так, сели, запускаем самолетики. Так, все, больше мы не будем запускать самолетики. Вы не умеете играть, значит, больше мы последний сегодня раз играем. Раз так себя ведете. Пожалуйста. 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 Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Молодец, так. Ирина. Ты уже был. Я не была. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Умница, хорошо. Я. Сейчас по очереди до всех дойдем. Внимательно будь. Самолет летит высоко, а у тебя летит ниже.
летит высоко, а у тебя еще ниже. Молодец, хорошо. Ярослав. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Молодец. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Молодец, умница. Так, отдавай вот у Диане. По очереди сейчас все. Самолет летит высоко, а у тебя летит ниже. Самолет летит высоко, а у тебя еще ниже. Молодец, все понимаете, да? Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Ой, молодец. Ты был уже, нет? Нет. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Молодец. Илья. Самолет летит высоко, а у тебя летит ниже. Самолет летит высоко, а у тебя еще ниже. Молодец. Маша. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще ниже. Умница, хорошо. И осталась у нас выше. Катя. Самолет летит высоко, а у тебя летит выше. Самолет летит высоко, а у тебя еще выше. Хорошо, ну все, запускаем наши самолетики, пускай они летят к другим деткам, да, играться, запускаем. Только вы не подбираете, все, мы переходим к следующему этапу. Ярослав, мы запускаем. Пускай они летают, все. Все, садимся. Светлана Викторовна, пожалуйста. На прошлом занятии мы с вами учили очень интересную песню. Послушайте, пожалуйста, что же это за песня? А перед песней я загадаю вам загадку. В красном платьице она, издали нам всем видна. Полетит на небо, принесет нам хлеба. Все вместе. Божья коровка. Хорошо. Вот со Светланой Викторовной мы сейчас с вами споем. Встаем. Первый куплет пока, да? Повторим только, Светлана Викторовна, подождите. Коровка Божья, сядь сюда, мне на ладонь, мне на ладонь, и не страшись подвоха, тебе ничем не поврежу, а лишь на крылья погляжу. Садись же, садись смелее, кроха. Да, каждый слог проговариваем, выпиваем. Встали аккуратненько. Илюша. Ты знаешь, ты.
слова. Коровка Божья прочь лети, твой дом в огне, твой дом в огне, кричат дыму ребятки, плетет силки им злой паук, лишь мать избавит их от мух. Лети же, лети к ним без оглядки. Вот, загорелся их дом. Да, был пожар, и огонь перенесся на дом, где Божьи коровки живут. Поэтому мама должна полететь их спасти, маленьких деток. Поем второй куплет. Что, Диана? Как от мух? Что-что? Мух или мух? Мух. А мух, где там у нас мух? От мук, не от мух. Муки. Мучения, значит. Мучаются они. Горят, а сами не могут выйти из домика. Понятно? От мук. Второй куплет. Значит, еще у нас песня «Добрый день» мы сейчас вспомним, и у нас, наверное, время закончится. Первый куплет. Пожелаем сейчас всем доброго дня, чтобы было у всех хорошее настроение, как в начале нашего урока. Хорошо? Вы молодцы, очень постарались, потрудились сегодня. Встаем. Первый куплет поем. Чего? «Добрый день». Домашнее задание. Выучить по одной скороговорке на следующий урок. И за работу сегодня я всем ставлю 5. Наш урок окончен.